Всем привет, мои дорогие! Привет вам из Абхазии. Сейчас мы находимся в Сухуми. Тот, кто смотрит видеоролики, знает. Ну, тот, кто не смотрит, да, конкретно это видео по заголовку, по названию, зайдет сюда, тот поймет. В общем-то, хотела несколько слов сказать о волнующей меня теме и как бы интересной, наверное, для других теме, хотя... Ну, ладно. В общем-то, задают вопросы относительно моей операции. То есть перед поездкой в Абхазию я как бы снимала видеоролики, рассказывала, показывала. Так вот попробую, чтобы светлее было. Ой. О том, как ездила в Тамбов, о том, что будет у меня операция. Мне так мне неудобно. Вот так будет удобно. И тут вдруг бац, и я уже в Абхазии, да, уехала. Ну, тот, кто внимательно смотрел, тот понял, что как бы операция будет. Это неизбежность, она обязательно будет. Уже назначена дата даже, уже конкретно известно, когда она будет. Разумеется, там будет вначале еще диагностика, опять снова, да, перед этой операцией, но это уже другая история. Вот, так что ее никто не отменял. Но мы уехали в Абхазию отдыхать. Почему вообще я это сделала, почему я уехала в Абхазию? Потому что там после операции много чего нельзя. То есть нельзя давать большую нагрузку на глаза, нельзя солнце. Ну, там, в общем-то, есть ограничения. Нельзя сауны, бани. Понятное дело, что море, солнце — это как бы тоже нагрузка на глаза, и это тоже все нельзя. Я спрашивала у доктора, то есть как бы как лучше сделать операцию до поездки на море или после. Ну, мне доктор сказал, что ограничения как бы есть, поэтому мы решили, что мы поедем вначале на море, отдохнем, а затем уже сразу, как только я вернусь, вот прям сразу, буквально там несколько дней, получается там дня три, наверное, и мы едем, я еду на операцию в Тамбов. Для меня это болезненная тема, то есть как бы я очень переживаю, но так как сейчас я в Абхазии на отдыхе, и мне хочется немножко отвлечься от этой темы, я всячески стараюсь и так отвлечься, всячески стараюсь, в общем-то, не думать об этом, но, конечно, не думать об этом не получается, вот, как-то так. То есть операция будет, это неизбежность, и она обязательно будет после моего возвращения домой. Сразу, как только вернусь, через 3 дня операция на глаза. В общем, как-то так. Ну, и все, что я хотела вам сказать. Надеюсь, что на ваши вопросы я ответила, а то тоже спрашивали, как это так, вроде про операцию говорила уже в Абхазии. Ну вот так. То есть... Если бы я не поехала, да, я бы лишила, я считаю, не только себя отдыха, я уже как бы и не настраивалась на него, но и свою семью, и в первую очередь своего ребенка, конечно. Я не хотела, чтобы в этом году дочь у меня не попала на море. Гулять она, конечно, с нами не любит, но море она любит. В общем-то, вот так. Все, мои дорогие, ответила на вопросы интересующие. Увидимся с вами уже в следующем видео. Всем пока-пока.